поставить. Так, а где у меня есть ведро? Ведра нету, ладно. Сейчас я быстренько сгоняю за ведром. И сделаю вам небольшую такую водичку. Ну, такое небольшое озерцо. А вот у нас есть ведро воды. Ладно, сделаем такой набросок под шахту. А делать ее потом в следующий раз, ребята. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и с вами я, Нубик. И сегодня мы с Полканом будем строить загон для овечек наших. Ну что ж, приступим. Вот у меня есть акациевый забор. И начнем, наверное, мы строить наш, так сказать, загон для овец. Отсюда. Так, пёска, давай отсюда выбегай. Где он у меня будет заканчиваться? Заканчиваться, наверное, вот здесь будет. Так, вот сюда пойдем. Так, здесь будет у меня калитка. Ага, закончилось у меня. А, вот еще у меня есть. Так, секунду, ребята. Давайте, нужно доделать дальше. Нам заборчик. Так, вот есть акациевый забор дальше. Строим. Где у меня он будет заканчиваться? Наверное... Так, а ну-ка, секунду. Вот здесь. Все, вот здесь заканчиваться будет вот так вот. Такой вот загон для овечек. Хорошо. А, вот здесь еще у нас дырочка. Все, закрыли. Вот такой вот у нас загон большой. Так, здесь мы сделаем вот так вот. И поставим сюда калитку. Так, калитку мы не сделали, ребята. Давайте сделаем калитку. Калитка будет из березы. Так. А, подожди, а почему я забор сделал? Нет. Так, секунду. Ой, песок. Ой, блин. Песок так похож на березовые доски. Вот, калитка. Есть, готово. Давайте установим калиточку сюда. Вот так вот. Что-то она не закрывается. Ага, все, закрылось. И освободим наших овечек. Давайте, овечки, вылазьте оттуда. Но вам, овечкам, нужно поставить сюда не песок, слушай, а землю, чтобы она еще и росла. Как же это все сделать? А земли у меня, оказывается, нет. Так, а может, поедите? Оно будет есть? Вот, давайте мне еще одну маленькую овечку делайте. Так, все, я сейчас ухожу отсюда, пойду за землей. Так, Полкаша, ты пойдешь со мной за землей? Куда-то Полкаша делся, ладно. Так, мне нужно быстренько, ребятушки, перекусить. Потому что я опять голодный, как всегда. Всегда хочу есть. Все, сейчас я наемся, отличненько. Так, а тебе, Полкаша, надо косточку дать. Сейчас я дам тебе косточку. Подожди, у меня где-то. На. Пошли. А, ты уже не ешь косточку? Можешь тебе кинуть косточку? На. Скушай косточку. Нет, не ешь косточку. Ну ладно, как хочешь. Так, у нас ночь, ребята. Пошлите немножечко в дом поспим. А то сейчас всякие зомбаки прибегут. Вон уже стреляет, гад. Так, Полкан, давай его съешь. Смотри, он от Полкана убегает. Я его сейчас щелкну. Смотри, убегает от Полкана. А как ты сюда прошел, а? На, получи. Может быть, он лук свой даст? Нет, вроде бы отдал только стрелы. Все, Полкан, пошли домой спать. А то здесь как-то небезопасно. Вон еще зомбак идет. На тебе. Раз, два, три. Ой, молодец, убил его. Полкашка накинулся на зомбака и его убил. Так, вон, смотри, еще куча всяких скелетов. Ладно, ну мы пойдем спать наверх. Что там наша сумасшедшая кошка делает, посмотрим. Так, а кошка наша сумасшедшая, ребята.
Не знаю, куда делась она, ее опять нету. Опять убежала кошка. Что за фигня? У меня постоянно куда-то кошки деются. Постоянно куда-то убегают. Либо, может быть, они умирают от голода? Фиг знает, короче. Ну, собака-то у меня еще не умерла от голода. Так, что мне нужно еще? Покормить курей. Ё-моё, скелет вонючий, иди отсюда. Так, что ты мне оставил? Что ты мне дал? Так, ладно. Давай покормим наших курочек. Так, а ну-ка еще. Вот сколько курочек. Вон еще курочки бегают. Пошлите, я вас покормлю. Так, готово. Все хорошо, курочек мы покормили. Надо нам покормить еще овечек. А где большая овечка? Так, ладно, они не хотят есть. Мне нужно им земли побольше. Чтобы такая вот у нас лужайка была. Так, ага. Вот у нас земля. Где я там эту землю беру? В каком месте? Вот в этом? Да, ребята, в этом месте я беру землю. Давайте отсюда и будем брать дальше. Мне надо насадить... А ну-ка. Мне надо побольше насадить... Посадить туда деревьев, а также земли для наших овечек. Ой, зачем я там дырочку сделал? Чтобы овечки у нас кушали травку. И надо будет сделать еще ножницы. Ножницы. Чтобы собирать шерсть. С шерстью мы, ребята, будем делать кровати. Ну и всякие там можно ковры делать. Что еще делают с шерстью? Ну, можно даже делать из шерсти даже какие-нибудь стены. Так, все, насобирали. Нам этого достаточно. Так, зайчик бегает. Ладно. Бегай дальше. А мы, ребятушки, сейчас займемся с нашей... Ух ты! Это мне нужно. Так, как что же вам... Пойдемте, пойдемте, ребятушки. Так, это мешает, нет? Сейчас я сюда пройду. Сделаем сейчас вам землю. Так, у меня куча земли здесь, ребята. Так, а ну-ка, иди отсюда. Так. Вот так вот сделаем. Она потом, надеюсь, вырастет. Будет вам травка здесь. Травка, травка, травка. Так, а вы бы там не стояли бы, мне не мешали бы делать дальше вам траву. Давайте уберем здесь песок и сделаем здесь травку. Землю. Для начала. О, сломалась лопатка моя, ё-моё. Моя любимая железная лопатка. Не знаю, когда здесь появится трава, но когда-то появится. Так что ждите. Я здесь, может быть, даже вот так вот сделаю вам. И посажу здесь, ребята, семена пшенички. Так, водичку надо, да, поставить? Так, а где у меня ведро? Ведра нету, ладно. Сейчас я быстренько сгоняю за ведром. И сделаю вам небольшую такую водичку. Ну, такое небольшое озерцо. А вот у нас есть ведро воды. Пошли, полкашка. Сделаем им там, пускай водичка будет. У овечек. Чтобы они там водичку пили. Так, может быть здесь налить? Ну, тоже как вариант. Нет, вот здесь сделаем мы. Такое вот место для вас с водой. Так, полкаша, ты бы здесь не бегал. Так, кто-то взял водичку. Так, нефиг тебе сюда идти. Так, вот вода. Все, воды дофига. Ох ты, как так произошло? Все, начинается здесь водичка бежать. Ну и здесь, в принципе, в этом месте я тоже сделаю водичку. Так, не мешай мне, иди отсюда. А-а-а, не туда вылил. Не туда, ребята, вылил. Все, вода у вас есть. А, трава какая-то растет. Худо-бедно, но растет. Пойдет. Так, что у меня здесь? Так, а здесь я вот сюда водичку верну.
И пойдем, ребята, курей кормить. А куры не хотят есть. Ну ладно, не хотите, как хотите. Я вам предлагал. Ну у них тоже, смотри, трава вообще не растет. Интересно. Давайте топорик я возьму. Срубим березку. Чтобы она новая вырастет. Мы новую посадим. Такое вот производство древесины у меня дома. Хорошее, между прочим. И пойдем, полкаша, знаешь куда? В шахту, я думаю. Нам нужно железо. Сделать инструменты. Так, есть железная кирка. Давай еще, знаешь, сделаем... Так, давай сделаем, слушай, еще два сундука. Один большой сундук. И поставим его, знаешь, куда? Вот сюда. Так, сюда не ставится, ладно. Вот здесь будет у нас еще один сундучок стоять. Сейчас я сюда уберу всякие ненужные вещи. Так, а ну-ка, ладно. А теперь я буду брать это инструменты. Так, меч возьму, мотыгу и железную кирку. Так, можно даже взять немножко вот этого штуки. Так, семена и пшеничку. Все. В принципе, все. Я взял, что мне надо было. Пошли копать в этот самый. Блин, опять кушать хочется. Ё-моё, я ж ел недавно. Так, сейчас березку посажу. Я же недавно кушал, ребята. Давайте этих посидим, ягодок. Так, ягодки. Ой-ой-ой-ой, тихо. Сейчас пока покушаем немножко и пойдем в шахту. У меня тут такая небольшая шахта есть, ребята. Но там мало чего есть вообще в этой шахте. Я только начинаю делать. В основном здесь камень. Ничего интересного здесь нет. Но потихонечку будем каждый день мы шахту нашу увеличивать. И возможно что-нибудь там интересное найдем в шахте. Да. Железа нету здесь. О, ты бы мне, пёска, здесь не мешал бы. Сиди, посиди. Все, чтоб не бегал. Мне тут еще бы освещение какое-нибудь сделать бы. Да. Тут у меня ничего нету, чтобы сделать освещение. Ладно, сделаем такой набросок под шахту. А делать ее потом в следующий раз, ребята. Да, песик. Не кричи. Давай, пошли. Пошли со мной отсюда. Все. Так, здесь тоже, в принципе, этот песок не нужен. Давайте мы его берем. Вот такая шахта у меня будет, ребята. Небольшая. А, ладно, мы ей другой раз будем заниматься, песик. Наш полканчик. А что у нас? Пойдем, у меня должен быть металла немножечко. Сделаем ножницы. Где металл? Ага, у меня металла нету, нифига себе. Че, правда, что ли? Да, тогда, значит, будем делать, ребята, мы... А, вот железный слиток, офигеть. Так, песчаник. Песчаник? А что, интересно, из песчаника будет? Я что-то не помню. Песок, что ли, появится? Гладкий песчаник. Нет. Гладкий песчаник. Нет, давай песок. Будем стекло делать. А что это за гладкий песчаник? Такое не помню что-то. Гладкий песчаник, а ну. Фигня какая-то, ребята. Ладно, пусть будет тогда у меня в закромах. Что здесь еще есть? А где же голубые цветы? Я из голубых цветов сделаю голубой этот самый. Подожди, а где цветы? У меня были синие цветы. Так, давай возьмем лук и стрелы. На случай того, что какие-нибудь зомбаки появятся. А где у меня были голубые цветы? Куда я их дел? А, вот он, синий василек, господи. Давай мы их посадим куда-нибудь. Давай птичкам посадим голубые цветочки.
Может, оттуда начнет расти трава? Хотя маловероятно, но все равно. Так, все, я вам цветочки посадил. Так, и из цветочков я сделаю синий краситель. Вот, три синих красителя, хорошо. Так, а ну-ка, ладно, песчаник мы этот уберем, он мне не нужен. Гладкий песчаник. Ну, давай гладкий песчаник мы сюда поставим. Пусть здесь стоит. Так, а у меня есть песок. Так, а что, песка больше нет? У меня что? А, вот, 64 песка, нифига себе. Все, стекло заберем. Оно нам пригодится при строительстве дома. В котором мы будем новый дом строить с вами, ребята. А на песчанике растет вообще? А, нет, только на песке растет. Вот эти вот штуки, дрюки мои. Давай здесь тоже посадим. Пусть растет. Так, ладно, пошли спать тогда, уже ночь. Давай поспим, будет новый день, и потом будем строить домик, ребятушки, с вами. Ну, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, передавайте приветы. До новых встреч, ребята. До новых встреч. Смотрите меня, Нубика, в следующих сериях. А всем пока-пока. Кто-то там горит, бегает, смотри. Кто-то бегал, горел. Этот самый динозавр. Ага. Вот такой вот у меня, ребятушки, с вами сад в лесу. Вот такой вот лес у меня. Какой лес, я говорю, о чем вообще? Это у меня пустыня. Смотрите, ребята, какая у меня пустынька. Мы ее улучшаем. Смотрите, как она красивая стала. Так, ты мне мешаешь вообще вот этого дерева проходить дальше. Так, и ты тоже мешаешь. Мы уберем. Чтобы я так бегал, ходил. Хорошо. Ты тоже здесь что-то растешь непонятно где. Ну, так вот. Как-то так, ребятушки, как-то так. Так, вот это тоже мне мешает ходить здесь. Как же тебе садил, что... Почему ты тут растешь-то близко так, ладно? Тоже, видишь, близко вырос. Не знаю, какой-то баг. Ладно, пока.